Для первоклассников приготовили немало подарков и сюрпризов. Учителям хотелось сделать этот праздник незабываемым. Ведь именно 1 сентября малыши становятся взрослыми, для них начинается новая жизнь. Полное приключений и незабываемых моментов. Конечно, особые эмоции этот праздник вызывает прежде всего у этих маленьких наших первых первоклассников и их родителей. Это замечательный праздник, с которым мы вас еще раз сердечно поздравляем. Ведь сегодня в нашу семью, огромную, замечательную, вливаются 122 ученика. По традиции торжественную линейку открыли выпускники школы. Для них начинается последний год обучения. Впереди экзамены поступления в вузы, первые взлеты и падения. Но в этот день они посвятили все слова первоклашкам. С удовольствием делились с малышами опытом. Не бойтесь творить, изобретать, учитесь дружить и любить. И пусть школа станет вашим вторым домом, а учителя – родными людьми. В добрый путь! Главные виновники торжества внимательно слушали выпускников, ведь именно им придется продолжать дело старших наставников – прославлять родной лицей. Я абсолютно уверена, что этот день всегда волнующий. И не только для первых классов. Он волнующий для всех нас, потому что школа – это в первую очередь дорога в жизнь. И мне очень хочется пожелать в этот день вам всем, в первую очередь, здоровья, и чтобы этот год был плодотворный для нас всех. После линейки все отправились в классы, в школу малышей вели старшеклассники. Конечно, первоклассники и родители полны ожиданий, мечтают в скором времени получить заветные пятерки. Я хочу, чтобы я хорошо училась на одни пятерки, чтобы у меня хорошо получалось и чтобы я хорошо училась. Хочу научиться хорошо читать и писать. Я всем своим одноклассникам хочу, чтобы они учились на одни пятерки, хорошо служили бабу, нигде не слушались учителя, знали все правила и ничего не нарушали. Конечно, настолько трогательно, и настолько вот эти вот воспоминания нахлынули, это очень здорово. Потом я вижу, какая здесь приятная, теплая атмосфера, и понимаю, что ну вот меня отпустило, стало комфортно как-то и очень так радостно. Правда, очень хороший день. 1 сентября – волнительный день для детей, родителей и, конечно, учителей. Глядя на робких девчонок и мальчишек, каждый вспоминает свой первый день в школе, свою первую учительницу. Ой, ну это было так волнительно, я до сих пор помню. И свою первую учительницу, и свой первый класс, своих одноклассников. Ну, вообще попасть в школу – это новая жизнь. Это очень интересно, очень страшно, поэтому я понимаю своих малышей, которые пришли сегодня. Ну и хочу, чтобы у них все получилось. Для каждого ребенка в школе приготовили подарки и сюрпризы. Учителя понимают, как важно первоклассникам внимание. Им ведь предстоит за короткое время освоиться в школе, привыкнуть к учителю и найти друзей. Мария Шматкова, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».